Сердца откройте, чувствам дайте волю. Кто из людей не склонен к слухам слух? Отравим ядом, пропитаем болью, мы воздух Татуина и Набу. Простой намек касательно налогов таит начало страшных звездных войн. Мы федерацию позлили вдоволь, о пустозвонство слухов торжество. Теперь пускай республика ответит. С обоих флангов пущенная игра. И новых страхов горсть, смакуйте, дети. От темной силы близится пора. Пусть гордая республика взыскует защиты от неведомой беды. Пусть души их трепещут и тоскуют, пока мы не отпустим бороды. О днях былых империй рассказ, пусть пьеса вдоволь нас повеселит. Ждет чудо зритель в зале, пробил час. Взгляни, портер, и кресло все кипит. Мы долго ждали, занавес взлетай, и скрытую угрозу нам яви. И до финала нас не отпускай, истории о силе и любви. О, добрый капитан! Да, добрый сэр. Прошу, свяжитесь с этим кораблем торговой федерации и им скажите, мы хотим зайти на борт. О, добрый сэр, смиренно просим вас, испытывая робость и восторг, дать позволение храбрым господам, послам подняться нынче к вам на борт. Не слишком ли он много меда льет? Пожалуйста, нам нечего скрывать. Как вам известно, полностью закон касательно блокадища блюден. Высоких примем с радостью послов, каких любых республики гостей. Летим к их боевому кораблю, причалим в сердце корпуса литого. Да, федерации огромные корабли. Такая мощь всего лишь для блокады. А, впрочем, в этой музыке налог ведущей темой стал. Чу, жизнь и смерть. Безумочно в мелодию вплелись. Сбор податей, наш похоронный звон. О, песня древняя, как мир. Лишь смерть на свете неизбежна. И налог. 10-14 к услугам вашим. Прошу вас, проходите, господа. Визит ваш, честь великая для нас. Достойные, почтенные послы, извольте освежиться, отдохнуть, а господин мой скоро выйдет к вам. Учитель, я предчувствую беду. Я не пойму, о чем ты речь говоришь. Я не о миссии на нашей говорю, неуловимое, мне трудно объяснить. Совсем не поддавайся, Оби-Ван, прилежно концентрацию блюди. В момент текущей мысли устремляй, сосредоточься на сейчас и здесь. Магистр Йода наставлял меня внимательнее к будущему быть. Приход его изменит нашу жизнь. Да, но не настоящему в ущерб. Чему, возможно, сбыться суждено, должно не заслонять перед тобой течение силы, юный падаван. Течение силы — это смысл всего. О да, учитель, что ж здесь и сейчас? Каков будет наместника ответ на канцлера достойного слова? Сдается мне, сомнения места нет. Ведь федерации трусливы псы. Мы свору эту живо приструним. Переговоры в полчаса пройдут. Пожалуй, все. Ну да. Браво!